В Бендерах на улице Панина сегодня начали укатывать асфальт. Ремонт там идет почти месяц, и все это время люди объезжают весь город, чтобы попасть из центра Бендер в район Солнечный, на Борисовку или в Кишинев. Как скоро ждать завершения дорожных работ, узнавала Владлена Донковцева. Сегодня дорожники за 5 часов работы закатали асфальтом половину дороги по улице Панина. А уже завтра первый слой покрытия положат на всем участке, где идет ремонт. Дальше установка ливневок и еще один слой дорожного покрытия. На все про все уйдет примерно неделя. Такой срок окончания ремонта называют дорожники, но с оговоркой, если не помешают погодные условия. Подрядчики, администрация заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее эти работы завершить. Это понимают абсолютно все. Максимально ускоряют все сроки, но, конечно же, без нарушений существующей технологии и чтобы это не привело к ухудшению качества произведенных работ. Ремонт на Панина в Бендерах идет с начала сентября. Сроки окончания ремонта сдвигались из-за неисправных ливневок и найденных снарядов времен Великой Отечественной. Сейчас пока без эксцессов, и процесс пошел быстрее. Мы сейчас на одном из последних завершающих стадий производства работ. В настоящее время укладывается нижний слой асфальтобетона. После него будет уложен верхний. Останутся работы по нанесению разметки. Но эти работы мы проведем примерно через неделю после окончания работ. Всего на улице Панина уложили 2000 кубов песчано-гравийной смеси. По словам дорожников, применяемые технологии позволят дороге прослужить много лет. После того, как движение запустят, здесь займутся озеленением и благоустройством. 20 минут. Столько времени сейчас требуется доехать от поста ГАИ до улицы Панина в Бендерах. И это даже не в час пик. Раньше поездка укладывалась в 3 минуты. Владлен Донковцева, Леонид Мастак, ТСВ.